Ну что ж, друзья мои, я открыл свой дачный сезон. Это моя будет первая ночевка на улице. Тепло, конец марта. Итак, сейчас вот немножко как у меня выглядит дом покажу. Но в основном показывать не буду, так как здесь присутствует некоторая захламленность. Итак, выхожу на улицу. Сейчас пронесемся с вами по участку. Посмотрим, что у меня тут происходит. Вот, итак, на дворе месяц март, тепло, снега гора, просто нереальная гора снега, дорога пустая, ехал по платке, дача под шатурой, вот, почистил от снега, вот. Капель с трубы идет, надо тут еще ливнесток делать, тут, в общем-то, еще очень много работы предстоит. Но тем не менее, так, здесь лужи, здесь все течет, то есть лужи здесь будут фантастические, я чувствую. Слегка подсела дверь входная, вот, сейчас покажу ее. Вон, еле открыл, вот, металлическая дверь, что вы видите, слегка подсела. Вот что у меня происходит на даче, примерная картина. Сейчас вот копал, пытался копать к дровам. Тут у меня маленький дровяничочек. Вот за вот этой синей, как бы назвать, накидкой, что ли. Ну, называйте ее накидкой. Вот. Здесь вот это все нараспил. В общем, на даче тепло. Здесь, конечно, где у меня стоит автомобиль ВАЗ-21074. Ну, не буду говорить, что тут происходит. Хочется выругаться. Неприлично. О, тем не менее, вот такой аншлаг здесь происходит. Поэтому я здесь применил хитрости, кинул всякие штуки, чтобы они были как аккумуляторы тепла. Но там парники, теплицы. Там особо-то их смотреть не стоит. Вот такой вот обыкновенный участок, 6 соток. Да. Нас в свое время так любили, наше население, что давали по 6 соток. Ой, как много. Самый большой в стране мира по 6 соток. Ну ладно. Оставим сарказм. Что тут у нас дальше? Дальше у нас маленький сарайчик. Вот. Некоторое количество. Вон, что-то банка, что ли, упала. Вот такой вот сарайчик у меня тут. Ну а за сарайчиком тут у меня копель. Настоящая капель, вон она. Вот так вот, друзья мои, ладно. Пора мне браться за дело. Пора начинать много работать. Потому что кто будет пахать здесь, кто будет сеять, естественно, придется очень много работать, друзья мои. Очень много. Ну, на то мы и дружинники с вами. Мы дачники.